Красотка Дейция. Очень красивая, нарядная, обильно цветущая. Настало ее время, сезон цветения. Она бывает разных сортов, беленькая еще. Это прям красота, красота. Вот обильно цветущий кустик. Это вейгела. Немножко цвет искажает. Такая вишневая, более не лиловая, как экран показывает. Такими трубчатыми колокольчиками. Вот они. А рядом красотка Дейция. Она к гортензиям похоже относится, из семейства гортензиев. А вот Дейция белая такая, у нее название как-то игольчатый, или забыла название, короче, но тоже из семейства Дейциевых. Вот она, блондиночка, очень красивенькая. И куст такой обильно цветущий, радующий нас. Прям невеста или снежиночка. Это тоже вейгела. Но она тоже уже на солнышке, поэтому отцветает почти что. Свои колокольчики сбрасывает. Ну, красотка, красотка. Вот. А рядом Дейция белая, как невеста. Вот она. Пушистая, мохнатая, махровая. Как тебе назвать? Красота неземная. Вот она. Чуметь. Ну, вот кустики, словно порхающие бабочки. Они розовато-желтоватые могут быть. Это ива Хакура Нишики. Вот они. Тоже растение интересное. Пестролистные у нее. Молодые побеги. Красивые. Словно бабочки порхают. Широко используется в озеленениях. Ива Хакура Нишики. Ударение не знаю, как правильно. Но сейчас они уже желтые, но бывают прям с розоватым таким нежным оттенком. Пестренькие красотки. А еще активно цветет с таким навязчивым, сильным запахом бирючина обыкновенная. Вот она. Очень активный запах в аллергиков может вызвать неприятности. Ну, цветет. Ну, вот чубушник. В простонародье садовый жасмин. Хотя это и не жасмин. Ну, так повелось, что он наречен жасмином. Встречала даже махровую форму чубушника. А чубушник, потому что у него древесина внутри полая, когда ее выбирают, делали чубук. Трубку курительную. Ну, это просто... Ой, красота, красота.
если сделать удачную фотографию сбоку, вот эти тычинки как салют, брызги салюта получаются. Так что можно постараться и сделать красивое фото. У меня в прошлом году получалось. Вот она, бирючина. Ароматная, с довольно агрессивным, таким навязчивым запахом. Ну что делать? Надо как-то пчел и бабочек привлекать. Надо стараться. Выживает кто как может. Правда, здесь прям как в парфюмерном магазине, навязчивый запах сильный. Ну и в финале нежности и красоты царица сада или королева. Вот она. Роза, роза, розочка. Потом превращается вот в такую красавицу. Нежнейшей, нежнейшей красоты.